на кладбище. Мы на кладбище кранов. Попробуем попасть на территорию. На первый взгляд кажется, что жизни здесь нет. Подозрительно тихо. Ворота закрыты, посторонним вход заборонено, все стандартно. Что-то не похоже, что тут что-то есть. Увы. Придется ходить под заборами, просто заглядывать. Вот такой необычный объект есть в Киеве. Недалеко от метро Выдовичин. На машине это 5 минут. Пешком чуток дальше. Эта локация идеально вам подойдет, если вы уже такой избалованный, вы обходили все парки, объездили все речки, озера в округе, и вам хочется чего-то необычного и даже немножко экстремального. Эта местность очень фактурная и фотогеничная, вот, что локация еще подойдет для каких-то тематических фотосъемок.